Вступительная кампания в российские вузы по квотам для белорусских студентов в этот раз началась раньше обычного. Доступ для подачи документов стартовал еще в сентябре. В Бресте консультацию по направлению предоставляют специалисты Российского центра науки и культуры, сотрудники которого уже не первый год работают в этой сфере и готовы подсказать, как и что нужно сделать для того, чтобы стать студентом престижного российского вуза. Более 1100 белорусских абитуриентов сможет поступить в российские вузы. Вузы – это совершенно различные направленности. Это и технические вузы, это творческие специальности, это медицинские, конечно, специальности, которые пользуются, и хотела бы отметить, очень большим спросом у белорусских абитуриентов. Около 500 университетов принимают участие в квотной кампании. Среди них немало известных именитых учебных заведений. В ГИК, ГИТИС, Высшая школа экономики, Университет имени Пирогова и Российский университет дружбы народов. Шансы поступить достаточно велики. Поэтому тем, кто еще размышляет о выборе, есть возможность попробовать себя и свои силы. В этом году квотная кампания началась немножко раньше, о чем я хотела бы сказать. Она началась осенью и должна была уже завершиться к 1 ноября, но Федеральное агентство Россотрудничества решило немножко эти сроки продлить, чтобы все желающие, кто хочет попытать себя, да, свои возможности, свои способности, свои ресурсы, увеличили этот срок, и он продлен до 25 ноября. Поэтому всех ребят, выпускников 11 классов, я приглашаю принять участие, пока эта кампания еще продолжается, в этом отборе, попытать себя, свои возможности, попытать некую удачу. Для того, чтобы принять участие в конкурсном квотном отборе, необходимо обратиться к сайту образования в России, где можно оформить заявку и приложить необходимый перечень документов. Как только анкета утратит статус «черновик», она будет передана в обработку для участия в программе поступления. Для того, чтобы регистрация прошла успешно и без лишнего нервного напряжения, стоит изучить информацию, которую Российский центр науки и культуры разместил в соцсетях, в частности ВКонтакте, страничка «Русский дом в Бресте». Статья называется «Информация для кандидатов, поступающих в вузы Российской Федерации в 2022-2023 учебном году». Там есть все, даже есть активная ссылка, которую вы можете перейти сразу на сайт для регистрации. Там есть инструкция, которая позволит изучить особенности регистрации. Все абитуриенты, прошедшие отбор, будут зачислены в вузы России на бюджетную форму получения высшего образования. Итоги вступительной кампании станут известны уже весной.